привет! Я снова в Ялте. На той неделе ребята съездили, взяли билеты в кино на World of Warcraft, поэтому не могла пропустить такое событие. Поехала именно в IMAX. Учитывая, что в Крыму, в Ялте единственный IMAX, пришлось ехать в Ялту. Ну, давайте посмотрим фильм, прогуляемся. Ялта, выходной день, народу очень много, еле как доехали. Пробки, ужас, я не знаю, что будет высокий сезон, кино уже начинается в 12 часов. Это 12 часов дня, еще не вечер. Фильм закончился очень быстро, я не успела зайти, не успела сесть. Все так динамично, все так интересно, что 2 часа прошли просто незаметно. Вот. Сейчас идем с ребятами, ищем столовую, чтобы перекусить. Очень интересный фильм. Мне кажется, даже те, кто не знаком с Варкрафтом и даже не знает, что такое Варкрафт, хотя я таких людей не знаю, будет интересно по своей карте. Вот идет стройка. Походу, Ялту готовят к сезону. Это старое сняли. Новая ложа. Кладут. Конец мая, морской воздух, люди уже загорают вовсю, отдыхают. Сегодня поедем на Учкуевку или в Учкуевку. Ребята, как правильно, на Учкуевку или в Учкуевку? Мы поедем в Учкуевку, это северная сторона Севастополя, там будет какая-то фанк-туса, да? Да, фанк? Вот самый моднявый концерт. Фестиваль, самый фестиваль на берегу. Да, фестиваль на берегу, короче. На берегу. Мы запаслись палатками, спальниками. Короче, будем... Будем... Прикалываться. Как правильно, на Учкуевку или в Учкуевку? В Учкуевку. В Учкуевку мы едем. Учкуевка – это северная сторона города Севастополь. Учкуева. Так что... Учкуева. А пока мы в Ялте. А это у вас что, фотографировался, что ли? Да, можно. Кормящая мама. Красотка. Купаться будем? Хотя бы чем стою вообще. Сейчас как раз дойти до температуры воды. Не, ну если бы купальник был, купалась бы? Пирса бы прыгнула. Да. По пути в Учкуевку решили полюбоваться на строящийся ТЭС. Вот он, кран. 90-метровый, вся конструкция весит 500 тонн, уже собрали, будут строить. Ох, скажут за руки. Сейчас вот въехали в северную сторону города Севастополь. Вот идем на фестиваль, такие счастливые и довольные. Наконец-то. Да, наконец-то. Посмотрим, что там. Музыку пока не слышно. Честно сказать, на Учкуевке хочется включить звук сверчка. Ну, море. Красивое. Ты что, уже пьяный, что ли? Не выпил, в том-то и дело, что он еще не выпил. Не, ну, а ты боишься? Да, время уже почти 9, а никто еще не выпил. Да, без 29 уже вечером. Просто Алена боится демона Керчи. Блин, Морька, знай, Морька. Вообще, прям... Да, лазурное такое красивое сегодня. Прекрасное. Неплохой, кстати, пляж здесь на Учкуевке, я вам скажу. Учкуевский пляж. Места много.
Сжигать будут. Вот. Сжигать ведьму на костре. Ну, что-то я пока не вижу безудержанного веселья. Но не так страшно. Просто панк. Пати панк. Я боялась, что будет как-то жутковато. Но. Пизди, у тебя все заправится. А вроде бы все добрые ребята. О, наши уже остановились. А вот и море, море, море. Что делать? На всей этой тусовке я сейчас себя ощущаю как хиппи. Ну, мы будем ночевать в палатке на берегу моря. У нас тут тусовка, пачка сосисок. Короче, я сегодня не панк, я сегодня хиппи. Ребят, 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 а что это вы тут делаете, а? Бежим! Ты куда побежал? В камере не видно было, как ты побежал. Это сколькиместная палатка? Это... Сколько ляжет? Пьяных, получаю, помещается в 2 раза больше, чем трезвых. Не, ну а сколько очень было? Пьяных в 1,5 раза больше. Я думаю, 10 влезет сюда. 10 человек? У нас тут прям как этот, военная палатка какая-то. 10 человек. Ребята, вы в курсе, что там палатка на 10 человек? Да. Сегодня будет весело. Утро в палатке. Оно кажется не таким комфортным, как если это где-то в отеле отдыхать. Но есть одно преимущество. Шумом моря всю ночь спать. Шумит оно ночью особенно, мешает. Но высыпаешься зато. Поспала 6 часов и, в принципе, выспалась. Ну что я скажу про фестиваль? Фестиваль, конечно, был странный. Самый экшен начался, когда развели большой костер. Какой-то прям шабаш собрался здесь. И через него начали прыгать люди, которые до этого весь день пили. Меня, конечно, удивило, когда чувак просто пошел в огонь. Он что, не понял, что он просто идет в огонь? Где угли? Где горячо? Что? Я вообще не понимаю, о чем он думал. В общем, вот человек с видео, у него прям вся нога сейчас в ожогах. Не понимаю, почему он не едет в больницу. Он до сих пор находится здесь, как мне ребята сейчас сказали. Ну, а потом все собрались ночью у костра, и парни просто играли на гитаре. И, если честно, этот концерт, ну, не концерт, а просто вот люди, отдыхающие, здесь собрались.
эта часть мероприятия мне понравилась больше, то есть пение у костра под гитару, все такие веселые, вот это было, да, весело на самом деле. Это не прям такой прям фестиваль, там не надо сейчас писать там в комментариях, что типа, мол, шоу у вас там за колхоз происходит. Это просто, просто отдых. Просто с палатками, просто у моря. Я сейчас нахожусь на северной стороне Севастополя. Попасть сюда можно двумя путями. В объезд 40 километров. Или вот на паромчике буквально там 15 минут. Можно на машине, можно также просто билеты. Вот. Просто пассажирские. Плыву на пароме. Билет на паром вместе с машиной со мной вышел 215 рублей. Silence is my worries to my worst enemy. All I do is just, all I do is just revisit this memory. Cause you can't take back what you didn't say. If I could do it now, I would do it now. Cause you can't break promises you never made. If I could do it now, I would do it now. Do it now, do it now, do it now.